Руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова совместно с главой промышленного района Самары Данилой Морозовым провели прием граждан. Об этом сообщает телеграм-канал промышленного района. Главными темами стало начисление оплаты и перерасчеты платы за электроэнергию. Проблема была озвучена ранее жителями на встрече с председателями советов МКД в рамках проекта «Мой дом». В приеме приняли участие также руководитель управляющей компании, представитель ресурсоснабжающей организации. В ходе приема руководитель жилищной инспекции детально разбирала проблемы жителей и разъясняла последовательность их решения. В Ленинском районе регулярно проводятся мероприятия патриотической направленности для детей и молодежи. В молодежном военно-историческом квесте «Знамя Победы. Наш ориентир» приняли участие воспитанники детских пришкольных лагерей. На базе школы номер 132 девчонки и мальчишки увлеченно участвовали в различных испытаниях. Дети пели военные песни, складывали пазлы с сюжетом картины «Знамя Победы», юные футболисты набивали мяч. В телеграм-канале Красноглинского района рассказывают, как выбрать клубнику. Сейчас сезон этой ягоды. Показатель свежести – ее зеленый чешелистик. Эта розетка из листочков в основании плода быстро вянет при длительном хранении и легко выдает старую ягоду. Качественная клубника должна быть сухой, гладкой и упругой, без потемнений или повреждений поверхности. Наиболее важный отличительный признак – аромат. Если правильно выращенную клубнику охладить в течение часа после сбора и дальше хранить, перевозить и продавать охлажденные, то даже спелая ягода не потеряет своего вкуса и полезных свойств на протяжении 10-14 дней.